Всем привет! Сейчас мы направляемся в поселок Волна, который находится за Таманью. Не была там, кстати, очень уже давно, наверное, 2 года. И очень интересно посмотреть, что сейчас там да как. Покупаемся. Это у нас Черное море, уже открытое. У нас несколько мест на открытом Черном море в районе. Это Веселовка и поселок Волна. Дальше либо заливы, ну и Азовское море. Поэтому для разнообразия, именно для него, мы едем сегодня туда. Как говорит наш навигатор, до Волны нам ехать где-то 30 минут. Это очень близко от Приморского, от Тамани. Поэтому, как вариант, чтобы искупнуться на вечер, это очень удобно. Мы в Волне. Ну что, мы в Волне. На берегу, в новом для меня месте. Ого! Очень красиво! Лавочка. Это тот обрушенный берег. Ё-моё! Который весной обвалился. И пляжа не стало. Ё-моё! Вот это да! На берега здесь очень красивые, обрывистые, и виднеется мыс Железный Рог. Здесь поставлены рыбацкие сетки, поэтому Волна чем славится, что здесь, так же как и в Веселовке, очень часто можно встретить дельфинов. Проезжая по улицам поселка, мы нашли проход вот к такому дикому пляжу. Здесь все оставляют машины, и машин очень много. И все спускаются к морю. Так как здесь обрывистые берега, то придется долго спускаться. Вот сюда пойдем. Здесь я еще не была. Ой, ну народу прям очень много. Все разы мы были на центральном пляже. Но сегодня решили, что нужно посмотреть какие-то новые для себя места. Поэтому попробуем покупаться здесь. Интересно даже, какое здесь будет дно. Потому что сверху я видела, что тут есть камни. Не, ну я очень удивлена, сколько здесь народу. Раньше здесь такого не было. Вот когда мы были в 2019 году, народу было прям очень мало. Посмотрите, какая почва. Очень страшно, если честно, потому что такое легко может на голову тебе приземлиться. Видите, какие здесь прямо инопланетные пейзажи. Когда я взлетела с квадрокоптера, меня прям вот так рот открытый, потому что, ну, берега обрывистые, все это падает. Вот такой вот пляжик здесь. Я вот удивлена, откуда люди узнают про вот такие вот места, потому что поселок очень маленький и очень такое неприглядное место. Конечно, с Веселовкой не сравнится, там более удобные спуски, потому что там все ровненько, а здесь именно вот такие вот обрывы. Ладно, давайте пройдемся по пляжу, выберем место, где положим ковричек и искупаемся. Кстати, когда смотрела сверху, то море выглядело таким мутным достаточно. Возможно, из-за того, что внизу глина. Безжизненные пейзажи, если честно. Вообще никакой растительности. Одна земля и вода. И вот они, сетки, какие-то штыри, торчащие из воды. Опасненько, честно говоря.
И такое ощущение, чем дальше мы отходим, тем больше народу. Но, видимо, здесь берег более удобный и заход. Такое ощущение, что тут детский сад. Просто посмотрите. В общем, сегодня мы познакомились с диким пляжем. Смотри, вот это вот точно может отвалиться. Прям. Угу. Ну да, потому что вот оно. Когда-нибудь оно отвалится, это точно. Посмотрите, здесь даже банан и ватрушка, на которых можно покататься. Ничего себе. На диком пляже и то предлагают такие развлечения водные. Ну что по берегу? Берег, видите, песок наполовину, ракушки, камни. Ну такой, честно говоря, не очень привлекательный. Мне куда больше нравятся чисто песочные, либо чисто ракушечные пляжи. Здесь уже, да, гораздо шире береговая линия. Ну да. В общем, этот дикий пляж тянется от той части, где разрушилась земля, до мыса Железный Рог. Такие виды прикольные. Кстати, вот в Крыму есть такие скалы, которые похожи вот на такие пейзажи. Под Алуштой там как раз такие есть скалы. Будем испытывать водичку в волне Черное море. Такая прохладная достаточно. Если на днях в Азовском море я зашла и сразу окунулась, то здесь нет. Здесь мне нужно привыкнуть к этой температуре воды, и где-то она здесь, наверное, градуса 23 по ощущениям. Цвет воды, видите, такой очень темный. Вода непрозрачная. Но виды красивые. Дно здесь песочное. Заход достаточно такой плавненький. Поэтому купаться будет комфортно. Ну, не считая, конечно, температуру воды, которая непривычна. Мой оператор уже от холода корчит разные рожи. Ладно, иди сюда, давайте я не буду испытывать. Иди сюда. В общем, да, холодно. Неподготовленным так сразу не прыгнешь. А, в принципе, если... А может, я смогу? Давай. А может, нет? А давай. Думаешь? В сторону. Нет, я так просто. Нет. Я назад. Давай. Так? Угу. Это называется «не подай на своем лице виду, что холодно». Не, нормально. Пока мы плаваем, пока мы здесь ходим, медуз я не заметила. Единственное, что медузы есть на берегу, корнероты причем. Когда мы были в Веселовке, такого не было. Ладно, будем отключать прямое включение и будем плавать.